1545 год. Сенгоку Дзидай. Эпоха воюющих провинций. Уже 200 лет сёгуны Асикага правят страной из Киото. Кажется, правление их незыблемо. Но сильнейшие дома не хотят боли их власти. Пришло время. Наш дом носит имя Ода. Для нас настали нелегкие времена. Мы не только вынуждены вести. Чтобы ваш даймё стал сёгуном, необходимо свергнуть сёгунат дома Асикага. Захватить и в течение 4 сезонов удерживать столицу, Киото. Тогда император объявит главу вашего дома сёгуном. На сёгунат можно претендовать в любое время. Однако действующий сёгун, почувствовав угрозу, скорее всего, первым нападет на ваш дом. И если начнется война с сёгуном, некоторые дома... します。
господин! Близок час вашей славной победы! Лучники могут на Яри оси. А что бегаешь? Понятно. Ай, ладно. Зря пошел. Ход потерял? Ладно. Так, ну выгнать мы его прогоним.
Фига себе, какой смелый. Окей. Чё, охренел, что ли? Свернулась. Это понятно. Так, лучки, лучки, лучки. Три лучки. Так, а я не понял. Замковый самурай, а где замок? Ок. Ок. А сигару... Блин, понятно. Так, они нападают. Ок. Балучик. Лучки, лучки. Полководец в опасности, мой господин! А вы что? Луки, луки, луки. Понятно, меня тут засыпают еще стрелами.
208, в принципе, тут. Все понятно. Стрелы этого маленького и быстроходного корабля способны обратить вражеский флот в горстку пепла на ветру. В отличие от Яри Асигару, Яри Самураи способны постоять за себя. Так, мне нужна вообще армия. Пойти на захват. Кто Имагава напал на меня?
Может. О, ты уже уедешь только на море, да? Да, у него больше. Да? Полководцу грозит опасность! Его нельзя потерять! Кнопкой абордажа вы отдаете своему кораблю приказ идти на сближение с выбранным кораблем Стрелы. Противника и захватить его. Абордаж требует немалого умения и мужества. Стрелки. Его можно отменить, повторно щелкнув на той же кнопке или отдав кораблю любую другую команду. Чтоб мы победили. Нет. Они нас побеждают. Да? Что, мы проиграли? Кавалерию с катанами самураев, может, пока надо пить. Thank you.
Так, так, так. У нас подкрепление сзади. Норм, норм, норм. Наш полководец в опасности, мой господин!
что, вы будете стрелять, не? Последний остался. Так. Или это сначала построить, в принципе, Микава, Микава. Гаонь. Конюшни. Блин, далеко. Асай.
Вот. Так, там сверху что-то непонятное происходит. Микава, понятно. Какого хера он сюда прилез? Сайта. Два. Сайта да сам прям лично. Блин, у него же жизнь самурай с луками. Чё за читак? Плохо. Не придется эту. Ай, ты на сама. Ничего не сделаю. Ничего. Гала приперся. Придется сайт отбивать, он заберет столицу. Хай, Mixed Gaming. Yes. I like his clan. Лучники. Полоской стать. Ладно.
Так, надо для защиты здесь их добавить. Короче, я потом тут их расставлю. А на прикрытие лучников надо... Так, этих здесь где-то поставлю. Ну, пока мне особо их там не надо пихать. Так, снизу, снизу. Сайто Досан. Так. Они не будут нападать. Их меньше. Ок, ок.足の刃を振り当たってございます。愛の速さで。
Ух, ё-моё! Блин, это лучники мои. Что они тут делают? А, это с Яри, понятно. Мужики немедленные. Алло, господин, наш военачальник убит. Как он убит? Он же живой. Ой, зря я развернулся, конечно. В смысле он убит? Алло. Не надо было отступать. Мне просто в спину нафигачили. Мне надо было их спешить просто. В начале самом. Короче, надо было переигрывать, если Дайме убили.
это будет фигово. Ну, судя по тому, что он не может ни воодушевлять, ни... Наши бойцы бегут с поля боя! Какой позор! Да. Ух ты, ё-моё, тут еще эти есть. Ну да, его мочканули. Ладно. Так, что я сделаю? Пум-пум-пу-ру-ру-ру. Чего? Что?
Так, если они будут идти, они будут идти, они будут ждать, пока я буду нападать. В принципе, мне пофигу, как расположить. Да. В принципе, да. Так. Так, три Яри пойдут сюда. Так, военачальники мои пойдут сюда. Все равно их там 40, они ничего не сделают. Так, лучки. Два отряда с луками. Пока выдвинем сюда. Два отряда с Яви. Сюда. Так, эти лучки. Луки. Ну почему тут все лучники? Луки. Да ладно. Опять же лучники. Ода с луками. Я не могу понять, если они с луками, почему они не стреляют. Я не могу. Тут везде написано с луками, эти с луками, эти с луками, Ода с луками.
вообще не могу понять. Какой-то глюк. Ой, там нападение пошло. Полководец в опасности, мой господин. Как обычно. Вот куда они побежали? Алло. Отлично. Наши бойцы бегут с поля боя. Какой позор! Господин, близок час вашей славной победы! Ну, сайта мы завалили. Но мне сейчас заберут одну провинцию, которую я завоевал опять. Там и Магава снизу идет. Это магазин отойти на минут 10. Буквально сбегать. Что здесь сейчас закрывается? Ну, возле дома. Да, потерял я дофига 845. Народу.
Ну, сайта завалили. Инварм. Это хорошо. Хотя он может с мина напасть, но я не думаю, что мне надо будет уже самурая с мечами. Я пока дешевый вариант сделаю. И Магаву следующим ходом придется валить. Козлина тут все ломает. Там два корабля. Два корабля. Надо в фактории ехать захватывать. И самурайчику надо будет с катанами клепать. Так, и Магаву я развалю, тут я захвачу, мне придется мина, надо будет две армии клепать, одну армию я пойду на мина, и Такеда, наверное, буду валить. И в этот раз не дам ему развиться, потому что Такеда потом будет серьезным противником, лучше с этим в союзе быть. Он точно не предаст Такеда в конечном итоге. Так, надо в магазин идти. Реально? Блин, а у него народу больше. Это будет, короче... Это будет жестко. Кстати, я забыл этого. Так. В общем, пока пока. Скоро буду.
Ту-ру-ру-ру-ру. Так даже не помню, тут или есть башни. У него на 500 армии больше. Я забыл его и за то самое, короче. Так, лучки. Ладно, будем встретить, куда они идут. Так. Со всех сторон идут, да? Военачальник идет с отсюда. Так. Кто там идет, непонятно. Так, с этой стороны у меня защиты нет лучников, да? Одни лучники. Вторые. Третьи. Плотно с одной стороны. С луками. Понятно. Побежали. Так, здесь у нас норм. У нас Яри. Мне тоже лучников нет нифига. С луками. Это плохо. С луками. Яри. Может выехать по башке настучать? Тут уже махач, да? Ок. В принципе, тут два с луками. Что? Луки и Яри. Конечно, было бы хорошо выйти, дать им лучников замочить. Было бы самое оно. Меня тут просто перестреляют, если буду стоять. Сияли. Как бы выйти?
Ох, там махач пошел. Лучников до хера просто заливает меня. Мы их тут разбили. Понятно. Не стоять здесь. Наши бойцы бегут с поля боя. Какой позор! Господин, их военачальник мертв. Серьезный удар для врага. Thank you.
Те еще не отступили? То есть у них одни лучники остались. Господин, воины устали. Им требуется отдых. Я понял, что нужен отдых. Что поделать? Господин, близок час вашей славной победы! Ну, у них лучников тупо дохрена было. Пришлось мне выйти за... Ну, мне в замке меня перестреляли бы просто. У меня другого шанса не было. Конницей бегать можно было на конице, но у них... Копейщики было тоже дофига, могли перебить. Да, одних потерял, и лучших потерял. Блин, потеряли 1600. У меня всего было 1200 армий. Жестко, жестко. Это было жестко. О, Йошимото пытался убежать от меня. Фига себе. Надо добить его. 13 человек. Налоги, но я не уверен, что он минус 4 все равно. Сейчас я посмотрю. Ну тут 60 только замковые самураи, как бы я заберу. Мне в принципе 3 города изначально хватит. Провинции.
минус 2. Угу. の休息が必要にございます。Хитрая. Блин, налоги. Ладно, пока без налогов. Два косаря. Что мне изучается? Мне это нафиг не надо. Мне надо это. И огненные стрелы. Мне бы мина захватить. Надо армию отстроить. Дороги хорошо, что есть. Твердыню. Три хода. Можно будет рынок построить. Либо у Суругу захватить. И Магава. И Магава дофига провинции получается. Вражда, что у них? Мощь. Жалкая. しばしの休息が必要にございます。Че, сайс-то приперлись? Торговое судно, искусство. Где кушать съем? А у меня скитабеки.
Слабая, скромная, скромная, скромная. Союз. Одна провинция, что у них Ямато отжали, что ли? У них вроде Исы идет и Ямато. А, Хатори. Хатори, походу, тоже отжали. Ну да, они отжали вон одну провинцию. Самый нормальный союзник в том, что он никогда не воюет. Но его всегда убивают. Потому что он миролюбивый, и все на него лезут. Можно помочь, в принципе, но у меня тут армии нет нифига. Почему с лучками? Сигару. Вот самурай с луками будут хорошо. На мину надо напасть. Так. Где-то так. Отправим в аварии. Блин, тут уже захватили. Ок. Хатори там забили их. Понятно. Торговля закончилась моя. Эти ушли. Отправьте к торговой фактории больше торговых судов. Или займитесь грабежом торговых путей, чтобы доход доставался вам, а не врагу. Однако помните, нападение на торговый путь – это война. Я знаю. О! Займем его. Мой торговый путь. Это моя фактория. Тущик. А чё у Хатори там? Скромная, скромная. Пять провинций. Это уже жестко. Противники и Магава, вот у меня и Сайта. Ну мы сейчас мина захватим, в принципе. Наверное. Да, лучников мне больше, чем надо. Так. Бомжей наклепать еще что ли? Снова сигару. Блин, Микава. О, отлично. Минус один. Я еще пачку сигара построю. Не хватает ресурсов. Мало ресурсов.
Факторию надо захватывать. В отличие от Осигару... Тайная полиция. Нет, спасибо, не надо. Мне нужно длинные стрелы. Бомжармия, конечно, тут надо почтовый тракт. 1200 на почтовый тракт. Земледелие, это, конечно, хорошо, но мне бы рынок улучшить. У меня две всего две. Надо отменим. Жедни здесь живут. Все-таки надо улучшить на одну. Лучника раз, два, три. Три лучника. Нафиг не нужен.
Так. Дорога Пихекхита. Давай посмотрим, что здесь есть. Неплохая вроде фактория. Понятно. Не знаю. Вообще тут чепни. Что у нас здесь? Сайт. Бомжей толпа у меня. Но если я ему дам по щам, у него лучники есть хорошие, самураи. Ладно. Посмотрим. Бомж. Так. В принципе, лучки, лучки, меченьки последние. Окей. Холм, холм, холм. Опять же, нападать не будет. Так. Лучники надо будет разъединить, как два отряда. А Сигару поставим один здесь. И два отряда лучников сюда. И сюда один, два. Так, что у него есть? У него есть Яри. Самурай с луками, 3 пачки, 4 пачки. В общем, можно рашить. А не, это Яри. Яри. 1, 2, 3, 4 лучники. Mm.
Тут движняк начался. Не показалось. Так, я вроде бы всех забрал. Так, но у меня есть самураи с катанами. В ближнем я буду посильнее. Наш полководец в опасности, мой господин! Я опять затупил. Мне не надо было его бежать вперед. Наши бойцы бегут с поля боя. Да ну нафиг, блин, ну что за фигня? Переигрывать надо будет.
Завалите их, на. Нет, вот я тут выиграю, но, блин, у меня потерь тут пипец просто. Просто жесть. Хотя нет, может и не выиграю. Не, выиграю. Только я пожертвовал всеми. Да, полководец умер, все убежали. Понятно. Жесть. Ну да. Бред. Фигню спорол. Сквозь ряды хотел пробежать на этих. Но тут так не пройдет. Надо было спешить и сначала этим завалить. Ладно. Привет, Вадим. Да не, я затупил, как всегда, поспешил. Надо медленно, уверенно воевать. Я нет, надо зарашить все, всем. У меня войска больше было. Ну, у него единственное, самураи, лучники, они посильнее. У него... Просто, когда вы начальник гибнет, сразу у всех паника начинается. Мне полвойска только убежало. Привет, Игорян. Да ну нафиг, сейчас бы еще ремастерят. Он 600 рублей стоит, они что, больные, короче. Мне близы всегда удивляли своей этой. Продавать игру 100-летней давности, короче, за 600 рублей. А, нет, умеют. Два лучи компашку по сетке. Компанию в соло... Так, мне бы... Так, они все равно будут стоять, ждать, пока я буду нападать. Так, две пачки лучников. Они будут на холме стоять и ждать. Так, две пачки сигару сюда. Фу, так. Что у нас со сигару? Ручки. Этими пойдем отсюда. Нет, я не покупал, это бред покупать за 600, это... Не. Я не брал Адриан. Да ну, StarCraft первый. Жадный, ну да, жадный. Не знаю. Не должен тормозить. Чё пауза, я не понял. Так. У меня битрейд даже маленький стоит, специально поставил. Так, луки.
конница побежала сразу. Окей. Набил их, дави. Так, там так активно начали валиться. И чё вы стоите? Кого ждём? Погнали на тех, что с Яри. Не, они разбежались. Ну ладно. Сколько их здесь? 40. 40. Куда они с лупами побежали наверх? Больные, что ли? Ай, в спину, да, красавцы. Вперед. Изи. Так, свалил, да? Понятно. Земля-то не наша.
Окей. Хотя можно на мина будет напасть. Мина, мина, мина. Так, я хотел фактории посмотреть. Где мой корабль? Корабль, корабль. Угу. Так, глава торговых. А с баблом напряг, да. Блин, 633 прибыль. Заход вообще ни о чем. Махач идет. Все пришли. И Хатори. На моего дайме на полу. Окей. Там вроде самурай с муками. Надо будет там ламок улучшить все-таки. И Магава никак не успокоится. Так, что у нас есть? У нас раз, два, три отряда лучников. Три отряда. Так, он идет с одной стороны. Это хорошо. Так, тут, тут, тут. В принципе, нам с тыла ничего не надо. Яри. Замковая. Жалко, огненных, наверное, еще нет. Или есть уже огненных? Нету. Это жаль. Вот через воду идти. В принципе, с этой стороны... Не нафиг не надо. Наверное, больше отсюда. Лучников перебазировать. Да. Будет все здесь проходить. Непокобелимы. Окей. Так, это мои топовые. Замковые здесь. Так, башен у меня нет. Они уже вылезли. Окей.
тут махач. Новые начальники пошли. Сейчас мы их немного коцнем, чтобы они больше не рвались в бой. Луки, луки, луки. Окей. Что, идем им по щам надаем. Вроде только один отряд с луками потерял. Хотя нет, у меня было три. Всего три. Или четыре, или три. Два обычных и одни самураи с луками. Хотя нет, да, ни одного не потерял. Нормально. Нормально. Чувак получил. Ок. Это хорошо. Это есть хорошо. Так. Контрразведка за городами. Идем на мина. Но тут никого нету. Лет. Да, уже нормально качнул. Так, отряд Абсанин.
мечами. Командный дух. Так. Так, для защитки кинем пока, на всякий случай. 875 Томми. Еще раз, два, три. А у него уже 4 отряда с луками. Это мне нафиг не нужен. Хотя, в принципе, я туда отправил. У меня одни луки здесь. Тут бы довалить, он меня тут бесит. Сорок четыре. С огненными стрелами 4-4 хода. Скромная Шномасая 1-3 и Магава 1. Ну и Магава 1 провинция, в принципе, можно грохнуть ее. Но она свои судьями воюет еще. Неплохо, неплохо. Киса. Хо-хо. Ладно. Здесь море меня не жахнут. Так и да. Обсуждение вопросов, важных для обеих сторон, приведет к взаимной выгоде и процветанию. Серьезно? Окей. Блин. Ну, пока ладно, пусть будет торговля. Что-то эти сильно возле меня тут бегают. Подозрительно. Подозрительно. Так, ты кто? Ики, что они там? С Хатори воюют и с Асаями. В принципе. На меня они, наверное, не полезут. Возможно. Куда-то в этот район же направим их. Не уверен. Твердыня. Так, мне нужны ниндзя. Что мне нужно? Или кавалерию? 650. Плюс пока бомжей построить.
Так, мне еще этот надо. Давайте говорить открыто о том, что нас тревожит, и тогда мы сумеем избежать досадных недоразумений. Окей. У меня уже торговля есть, хорошо. Сомневаюсь, что они заняты. Пираты Вака. Ок. Два хода. Понял. Пусть пока в мина сидит. Там она. Понятно. Асаев завалили. Окей. Гасть войском вводит. Начинается. Бах. Правильно. Вали их. Так ему надо. Я понял, что враг закрыл наш порт. Уже нет, уже не закрыл. Пираты отвоевали. Вроде бы, не знаю. Так. Эй. Дороги. Дороги. Два. Одна достроится будет одна. Надо будет этим. Через ход. Может и Магаву добить? Добить и Магаву. Ни одного мечника нету. О, это хорошо. Пожалуйста, не занимайте меня, блин. Короче,
одна точка осталась, надо проверить здесь. Либо валиться за факторией, что я не уверен. Он там застрял. Понятно. Там пираты всем люлей дают. Нет, извини, но мне нужна эта фишечка. Так, чему тут застрял? Я не понял. Ты мы сюда? Пойти попробовать напасть. Ладно, пока здесь сохраню. С атаки? Серьезно? Окей. Объявляем вам войну. Умрите. Окей. Походу ко мне высадка приплыла. Походу да. Нет, спать! Когда ты нового,
Так. Историческая битва. Изничтожение будет сейчас. И Магавы. Так, у них башен нету. Можно просто их размазать. Сигару с Яри. Лучники здесь, понятно. Не получка 120. Растянуться. Их убили, нормально. Сорок потерял, но надо, короче, валить. Субтитры сделал DimaTorzok.
Вы как-то высоковато, мне кажется, малость. Плохая была затея с удой лезть. Господин, близок час вашей славной победы! Если бы Дайм упал и разбился, было бы ха-ха.
Да, потеряла много. Ну, оборона все-таки. Что, будет высадка, нет? Не будет высадки. できませぬ。お命じを。はい、上様。名誉と栄光のために。後悔は終わった。後悔は終わった。понятно, все захватили。Привет, Рон. Охренеть. Не издевается. Еще Хатори мне войну объявили. Блин. Хорошо, что у меня есть легкая кавалерия. Это бомжи пока найму здесь. Так, Хатори рядом, и они скоро придут. Так, у меня куча осигару. Два отряда. Лучника до хрена. Раз, два, три, четыре. Четыре, пять. Это чересчур. Я поменяю сейчас обычный отряд. Сигар лучников на самураев. Так, два отряда самураев. Блин, бабла нема, нифига. Три хода. Три хода.
маловато. Так, а в мину у меня отключена волна. Желтенький. Пока так. Тут отменю. 788 мне не хватает все равно. Ага, посмайт. Ты это хочешь, раз в 100 лет заходишь? Что у нас там? У меня 5 провинций. Противник один. Подожди, а со мной же воевал кто-то. Походу его наказали. Секунду. Дом принял христианство. Это кто? Шимадзу? Ясно. А, Сатаке, да. Он на меня напал. И его убили. Это божья кара. Так, нам надо побольше торговых суден сюда поставить. Да иди нафиг, застрял он там. Значит, с Хатори одними воюем. Так, здесь у нас Хёдзи мир, Такеда мир. Все нормально, все отлично. Хатори плывет ко мне. Скорее всего, будет высадка, я так думаю. Господин, один из наших торговых морских путей атакован вражеским флотом. Если не вмешаться, враги продолжат свое черное дело и присвоят себе все наши товары и деньги. Окей, окей. Я понял. Что я сделаю? Что там нас спамил? Так. В принципе, это все кабаи с лучниками, они нафиг мне не надо. Я их отправлю на родину для защиты. Мне там торговые так нужны. Но мне надо будет еще один порт, гавань, где-то сделать резервную. Наверное, здесь ее построю. Хотя у меня есть. В Суруге можно было просто порт построить. Так, путь закончилось, значит, нам надо тут построить додзекопейщиков самураи. Да, мечники мне понадобятся. Два хода. Еще одну легкую кавалерию. А сейчас, наверное, пойду на Хатори нападать одной армией. Охренеть, они там приплывали табуном.
Враг закрыл наш порт. Да я понял. Вообще охреневший. Пошел нафиг. Улетел нафиг. Плавает здесь. Так. Что нам надо? Ту-ту-ту-ру-ту. Но мне нужно. Это пока отменим. Ладно, пусть достраивается. Или торговый надо. Армия. Две легкой кавалерии. Хороший натиск. Еще бы две лучки заменить. Бабла нет. Ладно. В принципе, сейчас пойду уже на Хаторе следующий ход. Мне надо еще одну армию, третью собрать. Ух ты. Меня потопили. Ладно. Дальше не помню, что надо брать. Надо посмотреть. Так. А чё у него два корабля? Ну ладно. Вообще офигел. Сейчас я подумаю, что мне надо. Это, кстати, неплохо. Герои. Это хорошая штука. Так, что у нас тут с армией? Более-менее. Надо мечников сюда. Две штуки мечников. Раз, два. Так, налоги везде стоят, это хорошо. Два. Ну что, идем на Исе. Надо захватить Исе и захватить Ямато, и будет норм. Либо еще одного генерала. Привет.
В этот раз Такеда не такой буйный. Хотя знаю, у него там немножко перекрыто. Блин, начинает эти. А это плохо. Я не туда пошел. Мне надо было никуда идти. Хрен пришел. 2700 армии. Интересно, сколько у него в аварии стоит. Чё? Неправильно. А, где моя конница, народ? Вы что, издеваетесь? Это какое-то не то сохранение. Да. Это что-то не то. Что у меня в аварии уже... Две легкие конницы было. Ну вот да, это. Я не уверен, что у меня здесь будет 2700. Мы проверим. Где этот хрен? Привет. 2700, 2500. Ну что, померяемся. Так, наверное, это будет сегодня последняя, не знаю. Last битва. Ладно. 2700. Походу я буду защищаться. Как-то близко. Близко. Так, два отряда лучников. Так, сюда нафиг. И два отряда лучек. Сюда. Сюда. Будет врыв на холм. Блин, так близко они. Так, защита. 2 мили. 2 мили. Зайдут сюда.
Два отряда. Яри. Лучки. Тут. Сигару с Яри одни тут. Яри здесь. Яри здесь. Конница. Тут будет, блин, тренец. Конница здесь. Так. Сразу берем этих двоих. В лес идти. Яри. Ох, Йохан и Бабай. Самурай с луками. Все плохо. Так, у нас там прорвали малость. Куда не побежали, непонятно.
своего начальника моего грохнут. Да, он тут один. Бегите на помощь! Бегом! Грохнули. Понятно, жопа мне. Черный день, господин. Да. Наш военачальник убит. Да, потому что вы щелкаете. И куда они бегут? Вот куда? Куда вот они побежали? Понятно, все. Военачальника грохнули. Перегруппируемся, все сюда. В общем, идея с нападением была такая себе. Мне нравится, я атаковать взял, они побежали чуть ли не впритык. Ну идите уже. Капец, у них там ряд. Господин, враг подло напал из засады. Вот опять они идут. Вы стрелять можете? Нет? Алло. Господин, враг подло напал из засады. Уже убегают.
Что с моими случилось? Чё они? Чё они стоят? Алло. Окей. Окей. А, ладно, не зашло. Давайте спать. И отдыхать. У них армии нам на 300 больше было, но где-то что-то пошло не так. Я командира слил, генерала. Не очень удачно. Ой, ладно. Всем пока.